состав играющих команд на второй тайме. Тюмень. Номер 44, вратарь команды Егор Любаков. Номер 3, Артем Паськов. Номер 72, Александр Первый. Номер 10, Никита Касаткин. Номер 57, Евгений Болотов. Номер 20, Владимир Лаптев. Номер 81, Олег Николаев. Номер 13, Михаил Петров. Номер 24, капитан команды Александр Каратаев. Номер 33, Ленар Шарифуллин. Номер 39, Антон Кабелко. Нам команда «Динамо» Барнаул. Команда номер 85, вратарь и капитан команды Богдан Карюкин. Номер 33, Николай. Мяч забил Никита Касаткин, номер 10. Yeah!
там денег не платят у нас. Задержка зарплаты. Интрига! Тюмень! 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 Вам судья к основному времени матча добавил 3 минуты. Вот он тебя. Пойдем! Ой, Светка, где? Ой, Светка! 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 Ой, Светка!
это легенда. Спасибо.